Вот сейчас потом выступает 57 килограмм. Это Шуинов Жанат. Сам родом он из Омска, из Казахстана. Сейчас тренируется уже 3 года у нас в республике, служит на станции дивизионная. Тоже поедет на чемпионат России, представляете, республику Бурятию, 67 килограмм. Вот Шуинов Жанат. Это Фролов Владимир, серебряный призер чемпионата Сибирского федерального округа. Сам родом из Тунки. Вот. Прошу любить и жаловать. 60 килограмм. Это Гаськов Максим, серебряный призер чемпионата Сибирского федерального округа. В этом году отобрался на чемпионат России. Также является чемпионом республики Бурятия по тайскому боксу, так по кикбоксингу, выступал по тэквондо, очень такой талантливый человек. И вот недавно фильм вышел «Смерти нет», там тоже сыграл такого бойца. Буги, мяс, буги, мяс, буги, мяс, на мане газы.